на данный момент самая лучшая обувь, которую я знаю для похода и по грязи, и по воде, и везде. Это переделанные кроссовки. Вот чистой воды грязь. А ты идешь спокойно. Ноги, ступни не устают. Грязь особо не прилипает. Если прилипает, то отлетает тут же. Легкие, ты их вымыл. Протер носками. И все, они сухие внутри. Надел, они буквально сохнут. 5 минут. А если ты на голую ногу, прям с голой ногой надо, носок будет держать влагу. Ноги только смазываешь вот детским кремом, например. И все. Приходишь домой, а я там за 3 дня, ну вот сколько там, ой, ну 36, ну 40 километров вместе с отбором колбы проделал. Ну так ноги же не выламывает, не скручивает, не скрючивает, когда ты ходил бы, если в сапогах. Никогда не ходите в сапогах больше, забудьте. Я вот сейчас 3-го человека уже встретил лично. Ну, я еще один. И вот в тайге, в кроссовках только ходят. Какие могут быть сапоги, вы что? Вот это отповедь. По неприспособленной обуви. В честь очень даже годной для этого обувки.